Короче, я сейчас пойду, с ними поговорю, потом, когда я закричу «Мелкий! Засранец!» Ну или пипука, или что такое, или просто мелкий. Когда я тебя позову, тогда ты садишься в эту драндулетку и выезжаешь. Только, пожалуйста, соблюдай правила дорожного движения. Я знаю, то, что у тебя прав нет, но я тебе доверил вот такую важную роль. Не задави никого, по башке не проедьте, этот трактор едет максимум 5 километров в час. Просто садишься, просто тыр-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 тыр, доезжаешь до сцены, там приветствуешь всех, там поздравляешь всех с наступающим Новым годом, там какой-то стишок рассказываешь, и все, и до свидания. Все понятно? Тогда или нет? Ты куда башкой машешь? Все понятно, все, молодец, жди, жди. Главное, уши держи востро, я закричу. Так, все стоят там, все что-то разговаривают. Вот Аленка самая разговорчивая, я вижу. Как слышно? Микрофон работает? Если работает, все сюда к сцене, все сюда. Аленка, отойди, тебя не видно, ты слишком маленькая. Отойди вот туда дальше. Здравствуйте, сейчас дайте я камеру поставлю, чтобы она все записывала. Вот так вот. Сразу же с самого начала, с наступающим вас новым 2020 годом. Ёшкины матрешки, бабзин, ты чё так раскабанела? Новый год еще не наступил, ты уже оливешки, да, походу обожралась? Ну ладно, как бы не мое дело, судить не буду. В первую очередь хочу сказать Маргарите Степановной, Михалычу, Степе, Аленке и бабе Зине за то, что вы сегодня сюда пришли. Мы забабахали вот эту сцену с мелким, мы здесь все украсили, елочку поставили, разрешение у бомжары спросили, только для вас. Здесь... В эту же секунду собрались, наверное, только мои самые преданные друзья. Что самое главное, не зря, не зря вы сюда притопали. Потому что я и мелкий пипука, мелкий, выезжай на вот этой своей тарантайке. Я с мелким подарок для каждого из вас приготовил. Аккуратно, не задави, вы разойдитесь на всякий случай, он может кого-то переехать. Аленка, отойди, мел, назад, назад сдай, чуть назад, не перевернись, главное. Тихо. Назад, все, вылезай, молодец, справился. Все, поздравляю всех с Новым годом, давай. Ага, ага. Ну, главное, стекла не разбей, так все нормально. Ага. Все, мелкий, иди сюда. Заходи на сцену. Так, давай, заходи. Так, в общем. Я для каждого из вас приготовил по несколько подарочков. Вот примерно как-то вот так. Учитывая то, что вы мои самые близкие друзья, для каждого из вас мой... Ну, не буду говорить, что сейчас сами все увидите. Главное, пока не открывайте подарки, когда я всем раздам, вот тогда и будете открывать. Бабзин, тебе. Степа, тебе. Аленочка, тебе. Михалыч, тебе. И Маргарита Степановна, вам тоже. Мелкий, тебе тоже можно? Вот, держи. Но это не твой последний подарок, который я тебе дам. Поэтому, мелкий, жди, жди. Ага, ага. В общем, друзьяшки мои, на счет три берите и открывайте все эти подарки. Приступайте, давайте. Раз, два, три. А сейчас надевайте. Опа. О, бабзин, красопеточка какая, Степа. Аленочка с Люсей, вот. Михалыч с Люсей и Маргарита Степановна. Мелкий, мелкий, держи, надевай. Ой, какой, ой, красавчик. Для каждого из моих близких друзей я решил в этом году под Новый год бесплатно подарить свой официальный мерч. Кому-то с Катей, кому-то с Люсей. Кстати, по секрету вам скажу, подойдите сюда, подойдите, вот. Скоро в моем официальном магазине и в моем вот этом магазине одежды выйдет новая коллекция. Какая? К сожалению, никому не могу сказать, потому что это скрывается под очень строгим секретом. Конфиденциальная информация, как говорится. Ну, как бы я на самом деле, скоро в моем магазине официальном, в реальной жизни, появится новая коллекция. Ну а пока ее нет, можно посмотреть старые коллекции. Если что, ссылочка на мой магазин мерча есть в описании. Мне кажется, это, наверное, самый лучший подарок, который можно попросить у своих родителей на Новый год. И на Новый год они вряд ли кому-то откажут в подарке. Ну я же вижу, что ты с Аленкой делаешь. Я Ване все расскажу, а?
Я хочу сказать спасибо каждому. Каждому, кто присутствует здесь, каждому, кто меня сейчас смотрит. Потому что именно вы верили в меня, именно вы верили в ту историю, то, что маньяк существует! Бомжара, у тебя все нормально в жизни? Дорогие жители города ютуберов, я вам тоже приготовил подарок. Ядрёный Санта-Клаус! 2 золотые монеты, бомжара, ты... Ты чё, государственные налоги всем раскидываешь, дуримонда? Мы все с ума, походу, посходили. Ладно, забирайте свои монеты. Деньги, ядрить меня в пупок, бомжара, красава! Нет, с одной, конечно, стороны ты красава, бомжара, но с другой стороны ты с ума сошел. Ты наши налоги сейчас нам же выкидываешь на улице. Я исправился. Ну это, конечно, ты молодец, что твоя башка вот это на место тебе стала. До Нового года я открою заправку и магазин продуктов. Да ладно! Чё, реально? Ну, слушай, а как бы... язык аж, речь потерял. Вот это ты молодец, все будет сделано в лучшем виде. Вот на самом деле, кого-кого на заправке в городе не хватает, то я уже как бы заколебался заправлять свою тарантайку вот этим крепко заваренным чаем. Она вот только на чае ездит, вот бензина не хватает, бомжара, давай открывай как можно скорее заправку. И продуктовый магазин тоже не помешает, из чего-то оливешку нам делать, а в новогоднюю ночь. У меня вопрос, что это за дичь? Это твой личный раб, что ли, или кто? Как эта фигня вообще работает? Моя новая машина. Новогодние чудеса, да и только. Короче, о чем я говорил? Спасибо каждому, кто верил в меня и каждому, кто верил в мою историю с маньяком. Мы его смогли немножко напугать. И я уверен, что до Нового года он вряд ли здесь покажется, потому что сейчас о нем знают все, даже соседний город и даже центральное телевидение Жопосливки, которое пригласило меня на свою передачу. И мы с Мелким подумали и решили поехать в Жопосливку в ближайшие несколько дней и выступить по центральному каналу и рассказать всем историю вот с этим, с маньяком. Ура! Молодец, поздравляю! Ну ты поднялся. Спасибо, спасибо, всем спасибо. Если что, послезавтра смотрите меня по центральному каналу, я там буду. Что такое? Чё? Цветы хочешь ей подарить? Ты же понимаешь, если Ваня узнает, он тебе шишку набьет. Понимаешь? Ну давай, 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 давай. Если не страшно. Ай, как это романтично! У меня аж слезки на глазах накатились! Ой, тройничок-то какой намечается с Ванчос! Ну, в смысле, в том плане тройничок. Да хватит! Не, ничего не подумайте, в том плане тройничок, то, что придет Ванчос, тебе шишку набьет, а тебя Аленка бросит. В этом разве что плане. Держи, Аленка, вот эту золотую монету, купи себе там, я не знаю, чупа-чупс. Ты же любишь вот это, чупа-чупсы. Ну, все, отстань. Так, фейерверк у нас. А сейчас время салюта! Последняя попытка. Чё-то мне, походу, дичь какую-то втюхали, бракованную. Так, ладно, ладно, успокойтесь, успокойтесь. Ну а сейчас всех с наступающим Новым годом, город ютуберов. Как говорится, не обдристайтесь в новогоднюю ночь. Ну, в том плане, не кушайте прошлогодние салатики. Всё, всем удачи, всем хорошо отметить. Мелкие, пошли. У нас с тобой еще дел по горло. Хотя покажите мне серию жизни ютубера, когда у нас не было дел по горло. Всегда у нас, каждую серию какая-то дичь происходит. Пошли, мелкие. Так, за нами, походу, слежка. Так, аккуратно, пошли. Главное, назад не смотри. Нам сегодня нельзя палиться. Сегодня мы будем без Стёпы, сегодня мы будем только с... Ты смотри, собака какая за нами.
Ты чё, Стёпа, за нами караулишь, а? А ну сюда подойди. Да, давай сюда. Ты чё надо, пёс усатый? Пацаны, а можно с вами? Стёпа, сегодня нет. У нас с Мелким сегодня личные дела, без тебя. Поэтому давай, к себе домой, там, к Маргаритке, проведите сегодняшний день вместе. Всё, давай, Стёпа, проваливай. А ты, Мелкий, заходи, давай. Внутрь. Давай, 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 давай. Ну, ребят, ну, пожалуйста, чё вы меня кидаете? Ну, пожалуйста. Стёпа, домой. Нет, не сегодня. Вот мы с тобой ещё сегодня увидимся. Может, ночью, может, утром. Почему, скажу чуть позже. Всё, давай, топай домой, проваливай. Мелкий, стрельни ему в лоб, хорошо, рогаткой? Ну ладно, жмоты. Ой, он, походу, просто не знает, чем мы с Мелким будем заниматься. Наверное, даже сам Мелкий не знает, чем мы будем заниматься. Заходи внутрь. Давай, 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 давай. Рикардо? Ты на месте? Здравствуй, дорогой. Как, работа кипит? Бизнес прет? Все шикарно. Да? Ну, давай посмотрим, сколько ты заработал. 2 стака золотых монет? Это за сколько, Рикардо? Это за день или за 2? Ёшкины матрёшки, сколько ты здесь мерчана продавал? Подойди, подойди сюда. Если ты мой сотрудник, как бы мне для тебя тоже надо сделать небольшой подарок. Открывай, Рикардо. Надевай. Ну смотрится прям. А я на самом деле не понимаю. На улице декабрь. Уже выпал снег. Можно вопрос, ты почему в трусах ходишь? Ой, спасибо, не стоило, конечно. Да я просто горячий парниша. Ну, в этом я не сомневался. Ладно, ты тут давай барыш мерчом. У тебя еще пока что не отпуск. Вот, еще пару деньков поработаешь, я тебя отправлю. Пошли, Мелкий. Сейчас надо приодеться мне. Я же решил... Ладно, чуть позже скажу, что я решил. Не буду раскрывать все свои карты. Жди здесь. А ты вот это... Обернись. Мне сейчас переодеться надо. Обернись! Ну не заставляй камеру выключать, а я опять в темноте сидеть. Ну, ну, пожалуйста, отвернись от экрана. Ну, я же вижу то, что ты не отвернулся. Ну, отвернись, ну, ёханый бабай, тебе что, так сложно, что ли? Ладно, значит, выключу экран. Так, это сюда. Ай, колит-то как? Это сюда заправить, это потянуть, это здесь болтается, это... Ну чё, как я тебе, а? Аля какой! Даже волосы на голове выросли! Ну, это парик, если что, потому что, ну, как бы лысый Дед Мороз, не очень. Все, Мелкий, пошли. У нас сейчас с тобой куча дел. Мы же с Мелким решили побыть небольшими такими Дедами Морозами. Рикардо! Рикардо, удачи! Уаля, красопетка просто! Ой, спасибо, спасибо, Рикардо, спасибо. От тебя приятно такой комплимент слышать. Пошли, Мелкий. Вот. У нас же дел, как я сказал, просто... Да фигища! Вчера всю ночь просидел на Алиэкспрессе. Заказал кучу всякой дичи. Вот сейчас мне должен принести это все курьер, почтальон Печкин. Привезет сюда, я ему заплачу, настанет ночь, и мы по всему городу темной-темной ночкой каждому нашему другу подарим офигительский подарок. Кому-то новый телефон, кому-то новые носки, например, Мелкому, потому что он больше ничего не заслужил. Хулиган-то такой. Ну вот, я говорю, хулиган, спрячь рогатку. Если вы думали то, что мои подарки на мерче закончатся, не заканчивается. Опа. Здравствуйте. Сейчас, подожди, 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 подожди. Я делаю подарок вам, вы сделаете подарок мне. Ну, вот, вот, это подсказка на предыдущую серию. Если ее кто-то не видел, обязательно посмотри, потом возвращайся сюда. Посылку заказывали? Заказывали, это мне. Вот перец Эдуард, вот это Янович Батькович, да. Ага, ставьте. Так, здесь у нас, ага, сейчас мы посмотрим, здесь ли у нас все есть, подарки для каждого, чтобы ничего не просрали с этой почтой России. Подарок для Мелкого, подарок для Михалыча, подарок для Алё, ага. Все хорошо, все хорошо. Так, сколько с меня? С вас 300 золотых монет. Ну, учитывая, что там за подарки внутри, в принципе, 300 это очень даже хорошо. Так, вот так и вот так. Все, спасибо за такую быструю доставку, всего лишь сколько? Пару часов. С наступающим Новым годом! Вас тоже с наступающим! Так, это я забираю, это я забираю.
Слушай, мелкий, может мы себе по снегоходу купим? Я вижу, это полезная шняга. Так, ладно. Все, пошли. Сейчас надо дождаться ночи. Заходи. Ассалам алейкум. Ковер у нас просто фантастический. Все, мелкий, сидим, ждем. Ночь наступает, и мы отправляемся в далекий путь. Мне кажется, даже вздремнуть немножко можно, да? Пошли. Ты наверх, я сюда. Целый день на ногах, похрапеть лишним не будет. Ой. Тут у нас снежок на улице, ночка темная, темная. Мелкий там что делает? Надеюсь, то, что спит, чтобы он не видел меня. Мелкий спит. Как всегда, очень странно. Я не знаю, как он не сваливается с кровати. Но ладно. Подарок для мелкого, о котором он мечтал всю свою жизнь. Я надеюсь, то, что он им не будет злоупотреблять. Я поставлю его вот сюда. Ёлка у нас, конечно, не ахти, но обещаю то, что в следующей серии до Нового года у нас будет самая прекрасная ёлка, которую ты видел в этой жизни. Я прям зуб даю, вот прям, вот, вот если не сделаю самую лучшую ёлку на этой планете, можешь меня вот ещё раз на лысо постричь или бороду всю сбрить. Вот лови меня на слово, ёлка будет самая крутая. Сейчас надо разбудить мелкого, потому что вся ночь впереди, а нам с ним ещё нужно сделать ой, как много дел. Подъем! В школу пора! В школу 1 сентября! Подъем! Подъем, мелкий! Подъем! Давай, давай, давай! Дед Мороз ночью приходил, подарки разносил, а ты все проспал. Настоящий Дед Мороз приходил, подарки вот под елочку. Видишь там твой подарок, мелкий? Видишь? Давай, иди забирай, давай. Короче, мелкий, на счет... 1, 2, 3, 4, 10 можешь открывать. Только, пожалуйста, не кричи от радости. Хоть ты и так кричать не умеешь. Ну ладно, делай, что хочешь. Давай, открывай. И что там такое тебе Дед Мороз принес? И что там такое? А ну поставь на стол, поставь на стол. Вот, вот сюда посередине поставь. Давай. Кофемашина, ядрить, колотить! Только, пожалуйста, не обсикайся от радости, Ну все, ты сейчас, наверное, от нее ни на секунду не отойдешь в этой жизни, да? Ну, есть кофемашина. Только мелкий, одно условие. Максимум одну кружку в день. Максимум. Рогатку спрячь свою, я сейчас обратно вот эту кофемашину по почте отправлю Деду Морозу на Северный полюс. Максимум! Да спрячь ты эту поварёшку свою, чё ты оружие достаёшь у холодное? Максимум одну кружку. Будешь злоупотреблять, реально заберу эту кофемашину, больше ты её никогда не увидишь. Ну что, мелкий, давай по кружечке, кофеёчечка. Давай, 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 смелей, ну. Ага, ну приятного тебе кофе пить. Ну хотя бы кого-то в этой жизни я смог обрадовать. Ладно, мелкий, давай на балкон. Давай, 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 давай. Сегодня мы с тобой будем делать добрые дела. Забежим к каждому в дом, каждому оставим по подарочку и каждого в этом городе сможем осчастливить. А ты вот это, ну, жлобом не будь, лайк влепи, чтобы нас с мелким осчастливить. Да, мелкий? Ну, так тоже можно. С Новым годом, мелкий! С новым счастьем!